Сегодня мы, молодежь Украины, левая оппозиция, собрались возле американского посольства, чтобы сказать им: ну, американцы, хватит лезть в наши внутриукраинские дела, хватит убивать наших людей, хватит спонсировать войну в Донбассе, хватит терроризировать нашу родину и все славянские государства. Вот здесь это очень символично. Акция называется «Подари сердце Соединенным Штатам». Вот здесь находятся страны символично. Украина, Сирия, Ирак, Ливия, где произошли так называемые проплаченные Америкой Майданы. Люди поверили этой нации. И смотрите, что они с ними сделали. Они утопили их в крови. Они уничтожили инфраструктуру. И они добиваются, чтобы украинцы... Цвет нашей нации стоял под этими дверями, ждал, как собака, визы, чтобы мыть задницы американские. Им не нужны сильные экономические страны. Им нужен так называемый управляемый хаос. И мы пришли выразить свое недовольство американской политикой. А наши внутриполитические, внутриукраинские гиены, те, что были на Майдане, те, которые получили кровавые доллары от американцев. И за эти доллары они продали свою нацию. Они продали свою родину. Они предали свой народ. Игорь, он дай, кто визы хочет. Возьми. Всем, кто хочет, возьми. Особенно американцам. Дай, верни американцам. Украины, то, что по всему миру льется кровь, и теперь эта кровь льется в моей стране, в Украине. Именно из-за американцев идет война на Донбассе. Главное, шоу будет под Белым домом. На Донбассе. И два года назад, когда я смотрел кадры из Сирии, я не верил, что такое может идти в моей стране, что будут гибнуть люди, будут разрушены города. Но, к сожалению, после переворота на Майдане пожар гражданской войны вспыхнул.